Так, 3 октября 2021 год, Харьков, 5:47 по Киеву в Харькове. И вышел я поснимать исключительно, красивую убывающую луну. Ну, смайлик и все. Щербатыми зубами улыбается мне. Естественный спутник Земли. Хочется мне, чтобы в кадр влез. О, вот так хорошо. Ты посмотри, как быстро движется. Это не самое... качественные настройки видео, ну то есть видео специально я занизил настройки качества съемки, жертву принес ради того, чтобы было больше увеличения. Триста 81 тысяча километров до Луны. Снимаю настройки ISO 125 минимальные. Сейчас следующий дубль сниму с такими настройками светочувствительности, которые будут передавать окружающую обстановку. Так как я видел человеческий глаз, а не аппаратура. Уже рассвет. Но сейчас этого не будет видно на видео. Идеальная погода, просто штиль абсолютный. Чеширский кот. Да, кстати, я сюда, когда обрел кота, как раз и встретил. Может, это его улыбка.
Да, тут натурально серп Луны обрывается кратерами, затемнениями, которые кратеры образуют. Очень интересно. Пунктирная линия Луна. Просто стих какой-то. Перебор. Как кинжал вонзается в кадр. Очень эффектно. Изношенный, отработавший свой клинок. Ладненько, хорошо. Пять 54 по Киеву в Харькове. Третье сегодня, по-моему, октября. Да вроде третье. 2021 год. В Харькове, по крайней мере. Это дубль первый. Сейчас буду снимать дальше. На других настройках. А, ну, вон уже видно рассвет даже на этих настройках светочувствительности.